Добрый день, мои зрители! Всем, кто меня смотрит, кто смотрит и любуется моими цветами, всем привет! Покажу. Давно не выходила я в эфир, давно я не показывала свои цветы. Ну, сейчас опять зацветает. Сейчас у меня наросли кустики после жары, обросли, набрали много соцветий. И можно полюбоваться очередной раз. Не все, конечно, цветут, но какие-то больше даже стали цвести. В общем, после жары наступила небольшая прохлада, передышка, и зацвели заново. Это и столбовая дворянка с очень красивыми крупными цветами. Очень крупные у нее цветы, и соцветия крупные. То есть, прям такие крупные. Очень достаточно компактная девочка. Растет она, несмотря на все, у меня в 5 литрах, но можно ей дать и меньше. Вон сколько у нее соцветий. Шапки большие, крупные. Поэтому, если выбираете сорт для подоконника, можно ее рассмотреть. Ну, а на заднем плане у меня Юмер Лизон 2. Вот это лошадка. Ее, конечно, на подоконник можно, но сложно. Она у меня так в 7 литрах растет. Красивые, сиреневые. Ну, где-то розочки, где-то не розочки. По-всякому в соцветии может быть. Вот отцветает, больше раскрывается. Которые только-только соцветия, они прям розы держат, красивые, сиреневые. Цветок крупный сам по себе, и соцветия тоже крупные. Смотрится красиво. Это Розалинда. Тоже цветет, набирает цветоносы. Устала она, конечно, летом цвести. Отдыхала. И вот по новой начинает. Ну, эту красотку все уже знают. Леона Галактика. Она у меня сколько тут? Ну, наверное, литров 17-15 кашпо у нее. И вот она вся в цветоносах. Цветы у нее очень красивые, крупные. Множество переходов красок. И огромнейшие просто цветы. Просто огромные. Распускаются. Так, это у нас Красная Москва, огонечек. Юлариса Агудалова выдала мне огромные длинные цветоносы, прям вот сантиметров, наверное, 40. Какие-то есть, конечно, и поменьше, но вот что-то последнюю выдала очень крупное. Я имею в виду цветонос длинный, не крупный, оговорилась. Так, и в Королева Бирмы, красненькая. Так, Теа Эммануэль набирает опять цветоносы. Всем очень нравилось, как когда она цвела, усыпана была. Вот опять зацветает. Дальше меня радует, очень радует Теа Лимончелло. Я считаю, что это один из самых красивых белых сортов. Ну, очень красивый сорт. С огромными белыми шапками. Такие шапки огромные, прям огромные шапки. И цветы крупные. Но сама красота в самом начале. Конечно, потом они просто белые. А в начале вот такие с зеленцой. Очень красивые, желто-зеленые. Поэтому, наверное, и назвали его Лимончелло. Очень красивый сорт. Так, новиночка. Но для меня, опять же таки, да, покупала весенний черенок. Это Юве Даная. Тоже красивая девочка. В маленьком горшочке, в 1,5 литра у меня сидит пока. Была в литровом, но начала желтить листья. Не хватало ей объема. Пересадила в 1,5. Скоро осень. Большие объемы не даю. Наоборот, маленькие все поедут. Но пока ничего я с ними не делаю. Пока они у меня еще растут, цветут.
Никого не резала, кроме пока одного занартика Ю. Мария Маревна. Так, Карл Хегель. И Галина Уланова тоже вся на цветоносах. Красивые. Очень красивые у меня цветы прям. Такие пушистики. Соцветия красивые. Ну, это вот старенькая. Лотта Лунберг. Ю. Моя прелесть опять на бутонах. Теа Марсель. Он у меня стоял на улице. Я его то показывала, то не показывала. Все-таки решила принести в домик. Пускай живет и радуется, как все. Он у меня очень сильно был обрезан и резался в течение лета на черенки. Но, тем не менее, опять оброс. И вот так вот красиво скоро зацветет. Еще раз покажу у него цветы. Особенно в начале распуска тоже переход красок очень красивый. И сам кустик мне нравится. Так, это красненькая у меня Изабелла. Теа Изабелла. Начинает цвести. Ну, как начинает? В смысле, после отдыха. Они все после отдыха. Они отдыхали и заново набирают свет. Это Gold Bolt. Bolt Gold. Из серии болдов. Вот. Золотолистник. Красивые. У него и листики красивые. И цветочки у него красивые. И расцветка у него очень сильно напоминает и в столбовую дворянку. Но цветы чуть проще, помельче. Хиру. Как цвела, так все лето и цветет. Единственное, что вытягиваются уже побеги, то есть как бы давно цветет. И вот уже кустик такой, ну, можно сказать, что и красивый, конечно, но уже не та красота, которая была в начале. Такой пушистик был аккуратно. Сейчас подвытягиваются стволики. Уцветается вся. Еще одна Лотта Лунберг. Еще одна красотка. Вот такая. Девчонка, очень много цветоносов на ней. Красивая. Единственный Стеллар, который у меня здесь живет, еще один бронз баттерфляй. Ну, там мне как бы не сильно по душе он сейчас, потому что есть намного красивее, на мой взгляд. Он живет у меня на улице. Мадам Бавари. А вот эта красота Джоггерхуз Пьор. Красиво. И он всегда разный. Он и немножко выбеливается, и наоборот в розовый уходит. Но шапки красивые, нарядные. Всегда цветет. Юзис Шамаханская царица радует. Очень красиво радует. Понравился мне этот сорт. Не капризный, цветливый, с очень красивыми цветами. Была вот эта шапочка, она отцветает. Ну, я так повыщипываю серединку, не видите, чтобы она такая более-менее приглядная была. Но скоро уже совсем уберу. Что-то тут еще цветет. Жалко. А новые вот соцветия очень красивые. Красотка Айгуль. Айгуль. Зелененькая. Вот сейчас ей солнца мало достается, потому что световой день все-таки на убыль пошел. И она действительно такая вот зелененькая, зелененькая, зелененькая и махровая, махровая. Очень красивая. Сейчас очень красивая. В розовый практически не уходит. Патриция Андрея, это тюльпашка. Ну и самая красивая, конечно, это вот эта девушка. Сотка. Так, плохо видно? Сейчас я ее покажу. Вот так вот, сколько у нее. Это та амазонка. Сколько у нее соцветий, чтобы вам было видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот 13 соцветий на ней. Как распустится. Как меня будет радовать.
Она была обрезана в жару, потому что уцветалась и была уже прям на грани помирания. И вот сейчас выглядит отлично. Вот такими красивыми бутончиками радует. Очень красивая девчонка. Прям очень нравится. И кустик ладненький стал. На заднем фоне у меня есфирь. И есфирь прекрасная. Ну, что сказать, осень. Все равно цветы уже, вернее, соцветия не такие пышные. Поменьше цветочков в соцветии, но цветет красивыми цветами, красивыми. Компактная. Мне очень понравилось то, что она очень компактная. Огонечек Феникс, Ювы Феникс. Он какой нарядный. Какой он апельсинчик. Вот такой вот апельсинчик. Красивый. Отходят они вот от жары вот таким хлорозом. Ну, свежие листики все лезут нормальные. Но единичные вот так вот выглядят. Ничего страшного. Эдер оброс. Он тут маленько пострадал. Византийка тоже пострадала от жары. Соцветие набирает. Ильнарец Алексис. Тоже очень красивый сорт. Карлик. Очень маленький. И вот с таким пышным, обильным цветением. Ну вот, наверное, пожалуй, и все. Весь такой обзорчик. На солнышко садится. Сейчас разверну камеру. Так будет лучше. Пока ничего не резано. А, Ханочку пропустила. Ханочка тоже цветет и выпускает много новых соцветий. В общем, все как у всех. Наверное, еще пока все цветет, все красивое. И фмузы на заднем плане, он там тоже стрелочки выдает. Так что мы еще подцветем, еще полюбуемся. И я сама любуюсь каждый день такими красивыми цветами. Так, по кормлению. Ну, вот я перешла опять на кормление общим. Ушла с калийных. Потому что мне хотелось бы, чтобы они маленько восстановились, привели себя в чувство, позеленели, потому что они вот все вот такие вот были загорелые, обгорелые в жару. Мне хотелось все-таки кустики, чтобы были зелененькие. Добавила им общего, чтобы там тоже был азот. Еще им цвести, говорю, ну, около месяца точно. Поэтому пускай они себя чувствуют полноценно. Пока мы не будем резаться. Лимончелло. Еще раз покажу на последнем кадре его. Ну и всем хочу сказать спасибо за просмотры. Всего вам доброго. Приходите ко мне в мою группу. Ужель та самая герань. Я есть в Телеграме. Есть в Дзене. Ну, пока YouTube не закрыли, больше я сюда выкладываю ролики. Приятного еще раз просмотра всем и всего доброго!